1.9. Да, в снегах еще. Интересно, скачем по уровню. Ну, там локации разные. 3.16, первая снежная, 1.9. 3 это завод. Еще был остров тропический. Так, у нас добавилось 3 рекционер. Собака, рекционер. Поэтому нужна доплата. За третьего. О, какая-то она потяжелела, как будто поела. Это сплошен? Это жопа. Ой, яд. Чуть не упала. Угу. Видишь, потом она назад немножечко отъехала, поэтому, походу, все-таки, видишь, челик проходит. А, за шузами. А, за шузами. Дополнительно. Ясно. Шуз! Ну, раз шузы уже взяла, это уже плюс 2000 очков. Ну, я не помню, сколько там дают шузы. Ну, нормально. Опа, дают. Что ты там, мужичок, такого придумал? Барьер включил? Поможет. Ждет, ждет. На эту платформу спустилась. Она сейчас обойдет. О! Какой. Прям как сцена. Небольшенькая. Это такая лаборатория на самом деле. О, это тетка прикольная. Наоборот. Сейчас будет музыка. Мэдди, я зовут. Чего она власть мне? А чтобы от луча защитить тебя от бомбочки. Ну, сейчас ничего не было. Не, тут не поняла. Просто так лезло. Во-во-во, вот этот лазер. Нет, тут, видишь, обходка есть. О, вот, она сейчас лезет, чтобы лазер защитить. Да, сейчас да. Море. Бам, пердоли, пердоли, пердоли. Сейчас ее развалит. У нее корость лазит. Да. Интересно, это просто костюм женщины или это реально женщина? Ну, думаю, робот какой-то. Наверное, костюм женщины. Мужчины в лаборатории, которые работают, сделали себе костюм женщины. Много костюмов. Ну, они же, может, мужчины всякие работают. Я же говорю. Вот тут. Вот это все так выглядит непонятно, если честно. А, вот что надо было. Господи, это все было для того, чтобы активировать эту женщину из капсулы. Тебе снова к ней прыгнуть надо, да? Да. А, резко. Теперь в женщину. Теперь в женщину. А теперь... Всем продолжаем идти. Эй! О, прыгает. А, она еще прыгает. Да. А, вот, видишь, лазер. Лазер. Да. Чтобы пройти. Просто лазит. Теперь для женщины. Она вообще в конце как бы взрывается. Колбочки ломает. Это более длинный уровень, кстати. Угу. Цирк, будущее здесь, сейчас. О, борода смотрит за... Ты, пока ты спишь, видимо. Без пип. Без пип. Может, разработчик так выглядел? Йо, пип. Может, разработчик а, фотка? А, себя оставил. Ну, типа, знаешь, как посылки им делать иногда, нет? Типа, это я сделал, я, да, это я. Что, это капсулы так показали? А, тут не было такого, видишь, что нужно было прыгать по космическим прям кораблям. Она как бы, видишь, из лаборатории вышла, это типа машина людей. Суть, она частично уже на улице, слышишь? Mm-hmm. Тут рекламные баннеры всякие. Еще какой-то космос у них там. Да, да, это же будущее, будущее типа. Ну, параллельно, потому что кроме ученых поубивала просто кучу мирняка, который рядом пролетал. Ты можешь трогать. Ну да, да, надеюсь. А, ну давай, 8000. А тут очень длинный был очков. Уровень. Уровень длинный, были шузы. Где-то 8000. 7. Оси 7. Оси 7. Оси 7. Постой, у меня рука, да, собака? А лежит? Да, лежит, не может прямо остановиться. Ладошку. Не могу пофлексить, только одной рукой. Второй лежит. Да, колобочек легла. Фабрика звезд. Похоже. А, это не снега, господи, это облака. Облака, милая. Я все думала, что это снега, снега, думаю, снежно, а что-то так не холодно, как бы. Не,